в Ацаке. Друзья, сборы продолжаются, несмотря на то, что плохие погоды мешают нам тренироваться, но во всем есть хорошее. Иншаллах, все будет хорошо. Но ислам все же подложил жука. Смотрите до конца. В самом конце видео очень интересный момент. И что случилось в зале, чтобы никто не знал. Кто угадает, напишите в комментариях. Баракаллах. У нас сегодня пасмурно. Кажется, дождик собирается. Рэман! Да. Айлар! 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 Да. Сага! Чё там? Ислам, то, что было в зале, что никто не знает, остается в зале. Чары зарубились. Таталы. О, вы же в субботу приехали, да? Да. А сегодня в субботу приехали, это шестой день был сегодня. Два дня тренировок. Может, закинуть это? Что за у нас арбузная пауза? Амру накрывает сегодня. Ассаламу алейкум. Поддержка есть ваша. Тихо, тихо. Это кусок доктор прописал. Можно кушать. Короче, вот так мы живем. Там вы. Это наш номер. О! Лей, ты как на чемпионат мира готовишься? Вот так? Читаю. Успех, успех в этом. Конечно, два в одном не видишь. Все, газ. Сегодня жара конкретная, скоро бег. А, вот туда надо пойти искупаться. Потом выиграем. Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха!